Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. 12 команд по мини-футболу курских правоохранительных структур приняли участие в чемпионате общества «Динамо». Турнирная таблица была выстроена по олимпийской системе. Проще говоря, на выбывание. Фаворит прошлых лет, футболисты команды регионального управления МВД России сразу же заняли лидирующую позицию, оставаясь на ней до самой финальной игры. Встреча за первую ступень пьедестала проходила с командой УФСИН России по Курской области. Но и тут лидеры в упорной борьбе не захотели уступать сопернику в победе. Как отметили в руководстве подразделений, командная игра повышает и физподготовку, и сплоченность личного состава, что положительно сказывается на профессиональных навыках и несении службы по обеспечению спокойства граждан. Каждое соревнование, в том числе и мини-футбол, дает возможность команде сплотиться, проявить свои физические способности, ну и больше скажу, даже умственные способности в тактической игре. Ну и, как гласит девиз «Динамо», сила в движении и единстве. Естественно, это объединяет и движет. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.